Здравствуйте, меня зовут Бая, и это видео одно из цикла по реабилитации руки после перелома. Мы с мужем уже третий год держим пасеку. В данный момент я нахожусь на своей пасеке, вы можете видеть, вон там сзади меня ульи. И это дает нам возможность использовать пчел и пчелопродукты для лечения. Чего мы только уже не лечили с помощью пчелиных укусов и пчелопродуктов. И вот теперь дошла очередь до лечения руки в лучезапястном суставе после перелома. На запястье. Вот сюда? На шишечку. Все. Ну, будешь вытаскивать жену? Пока мы с мужем экспериментировали над моей рукой при помощи пчелоужаления, нам на глаза попалась книжка. Нашли мы ее в интернет-магазине. Книжка довольно старая, она 64-го года издания. Автор Алис Кер, называется «Пчелиный яд в клинике внутренних болезней». Книжка, собственно, небольшого такого объема, и оказалось, что информация в ней чрезвычайно полезно для тех, кто хочет действительно серьезно заниматься пчелолечением, а именно с помощью ужаления, или ужаления, как правильно, с помощью укусов пчел. Когда мы прочитали эту книгу, мы поняли, что вот эти наши эксперименты, это все детский лепет по сравнению с тем, как на самом деле нужно правильно лечить с помощью укусов пчел. Причем, хоть книга называется и «Клиника внутренних болезней», но на самом деле лечить можно не только внутренние болезни, но и какие-то внешние травмы. Вот в данном случае, как последствия перелома и последствия длительного ношения гипса на руке. В общем, я прекратила свое экспериментальное ужаление себя. Хотя на самом деле эффект был довольно ощутимый. То есть после того, как муж ставил мне жало пчелы, руку прилично раздувало, она горела несколько дней, и было очевидно, что кровообращение усиливалось. Могу сказать, что эффект, а даже от одного ужаления, очень хороший. То есть видно, что усиленное кровообращение влияет на улучшение подвижности руки, даже с одного укуса. Поэтому если разработать правильную тактику и сделать целую серию этих укусов с правильным интервалом, с правильным количеством времени держания жала, оказывается, это тоже имеет значение, то я думаю, что можно добиться результатов очень хороших гораздо быстрее. Вот эта книжка, она, собственно, сподвигла меня на то, чтобы я начала заниматься очень серьезно темой пчелолечения. Я думаю, что это будет одно из направлений, которым я буду заниматься, потому что у нас для этого есть все условия. У нас есть пасека, свои пчелы, конечно, у меня есть моя будущая профессия доктора натуропатии, которая позволит мне это сделать. На этом все. На сегодня мое видео закончено, и увидимся с вами в понедельник. Я расскажу вам о тех тренировках, которые я сейчас уже могу делать, благодаря тому, что моя рука пришла в рабочую форму.